Вон березы видно? Нет, подождите. Короче, не знаю. Видно, нет? А, вот, вот. Вот березы. Ну, просто я кусочек березы. Там, вон, на той стороне тоже береза. Вот кто вам, россияне, сказал, что у нас вода не вода и березы не березы? Вот с чего вы решили, что вот ко мне приходят россияне и говорят, что у нас самое красивое? Вот я в Казахстане никогда не была, но я уверена, что в Казахстане очень красиво. Я в Закарпатах никогда, Карпатах не была, да, Закарпатье. Тоже уверена, что там очень красиво. Я смотрю на Германию, на Швейцарию. Офигительно! То есть, ну, я не буду ничего говорить про Америку, потому что про Америку, ну, понятное дело, что я Америку очень люблю. То есть тоже там, вот, например, Yellowstones. Вы тут не были? Yellowstones, наберите. Вот, ну, Аляска там, Чена, Hot Springs. Короче, кто вам внушил и зачем, что вот у вас самое красивое? Зачем? Это отбивает любознательность к миру. Ну, зачем? Ну вы же расширили свои территории, значит, получается, вы их полюбили. А если вы не расширяли, что говорит, что эти территории, которые вы еще не обладаете, они некрасивые? То есть вы, получается, любите только когда вы что-то берете, да? А пока вы это не взяли, это хуйло, что ли? Ну как бы это недостойно вашего внимания. Ну вы же сами хотите покорить мир. Зачем? Ну потому что это везде красиво, правильно? Поэтому не надо рассказывать, что у вас красивее березки, у вас чище озера, у вас небо там такое-такое. Ну везде красота. Главное же, никто же не ставит под сомнение, что в России есть красивые там места. Ну опять же, не то, что не ставят. Мы, может быть, бы и хотели их увидеть, но у вас же отсутствие дорог. С чего начинается цивилизация? С дорог. Нет дорог, значит, нету отелей, потому что, ну, кто будет ездить? Ну, для чего отели? Чтобы комнаты пустовали, да? Нету отелей, значит, нету ресторанов. Нету ресторанов, значит, ну, нету газоправок, да? Нету газоправок, ну, как по кругу, знаете, нету поликлиник, врачей, да, специалистов. Нет специалистов, ну, меньше молодежи. Меньше молодежи, значит, нету школ. Нету школ, значит, нету детских садиков. Нету детских садиков, ну, люди бухают. Ну, что, как можно жить без детей? Ну, депрессия, да? Вот, и все. Ну, бухло я знаю, бухло есть, да, конечно. Бухло. На днях видела ролик, по-моему, даже в Мещерске. Я посмотрела так, знаешь, активно Мещерск. И там такая школа ущербная, убогая. Вот, ну, сравнить даже с моей Воронежской, и то моя Воронежская лучше, чем это. Это такие заборы страшные, дорога страшная. И они идут в каких-то выпяливающихся платьях, каких-то розовых, фиолетовых. По этой ущербной дороге зачем? Ну, родился, ну, выучился, ну, так сказать, ну, спасибо, и бегом куда-нибудь оттуда. Ну, либо сделайте так, чтобы, ну, вот, 24-й год. Я вот сейчас смотрю, прошло 3 года, но ничего же не поменялось. Трава вот по грудь, никто эту траву не косит, а в заброшенных домах стоят печи. Печи! Это с 19 века они, что ли, стоят? Или с 18-го, вот эти вот горшки? Не, я понимаю, что, например, там дом Ломоносова. Никто не трогает дом Ломоносова, потому что это дом-музей, да? Или там дом Толстого. Но это не дом Толстого, это просто заброшенные дома, в которых люди там бухают или там, не знаю. Ну зачем иметь вот такую природу, культуру, которую никто никогда не оценит? Ну никто не приедет в местность, где трава по колено. Не по колено, а по пояс. Ну никто. Зачем? Пешком идти куда-то, какую-то красоту вашу рассматривать?